хорошо рисуют райтеры. Так зовутся люди, чьи граффити заказывают за деньги. Маска помогает защитить дыхательные пути от вредного воздействия краски. Сегодня будем писать так называемый шрифт. Яркие замысловатые закорючки на серой городской стене. Своего рода шифр для избранных. Самой популярной краской уличного художника была и остается аэрозольная нитроэмаль. Сохнет быстро, течет мало. У баллонов для профессиональных райтеров много плюсов. Во-первых, более 200 оттенков и очень яркие цвета. А во-вторых, есть возможность регулировать ширину мазка. В этом помогают сменные насадки, кэпы. С их помощью можно нарисовать вот такую тонкую полоску или мазнуть пошире. Краска в баллоне занимает только треть места. Первым делом ее процеживают, чтобы миллиметровые отверстия в кэпе не забивались. Для получения нужной консистенции в бочку с краской добавляют растворитель и перемешивают. А при помощи точного прибора, вязкозиметра, проверяем. За определенное время должно вытечь определенное количество краски. Тогда все в порядке. Первыми внутрь баллонов отправляются металлические шарики, весом по 2 грамма каждый. Именно они помогают смешать краску, когда мы встряхиваем баллон, иначе она расслаивается. Далее сама краска. Еще треть места в баллоне занимает газ пропилен. Чтобы рассмотреть получше, все то же самое, но в прозрачную тару. Жидкий пропилен закачивается в баллон под давлением в 6 атмосфер, но 30% в баллончике обязательно оставляют пустыми. И вот зачем. Когда мы нажимаем на колпачок распылителя, открывается клапан, давление в баллоне выбрасывает краску наружу. Взамен часть пропилента испаряется, возвращая давление на исходную отметку в 6 атмосфер. Именно для поддержания постоянного давления и оставляют треть баллона пустым. И краска распыляется равномерно, как в начале использования, так и в самом конце. Пока мы гуляли по заводу, райтеры времени не теряли. Шрифт почти готов. Последний штрих – пара бликов. Ну как? Думаете, это просто цветная мозаика? Нет. Смотрите. Граффити как таковое появилось в Нью-Йорке в 60-х годах прошлого века. Первые художники наметились в афроамериканских группировках. Границы их территорий были помечены рисунками, символами клана. Посмотрел и понял, что за художники сейчас выйдут к тебе с бейсбольными битами. Совсем недавно граффити с дворовых заборов перекочевали в интерьер. Мы тоже решили попробовать. Под расправу отдали личную комнату автора. Скетч. Так называется эскиз будущего рисунка. Что-то вроде граффити на бумаге. Для того, чтобы картина смотрелась объемной, вспоминаем уроки рисования и черчения, а именно закон прямой перспективы. Он гласит, что грань объекта, которая находится ближе к зрителям, всегда больше, чем грань в отдалении. Не менее важен источник виртуального света и тени, которые он дает. Рисунок такого размера занимает у райтера порядка 5 часов. Но если стоять над душой и конючить, ну давай уже быстрей, может управиться и за 3. А что если подсунуть художнику баллончик с обычной автомобильной краской? Допустим, синий металлик. Какая разница, чем рисовать? Оказалось, разница большая. На стене наша подстава ложится неровно и подтекает. Спасли положение маркеры для граффити. Каждый уважающий себя райтер всегда подписывает свои работы. Эта закорючка называется тег, что-то типа автографа. Лого для эго, ни больше, ни меньше.
Следующая ступень в эволюции граффити — 3D. Искусство заборное превращается